Наконец-то. Так, бум-бум, подождите, не спешите. Надо прокачаться, что ли. Гранатомет на вторичку, это очень крутая штука. Так, вы наносите на 25 больше урона особым зомби. Интересно. Здоровье повышено на 25. Вот тут уже интересно. Смена оружия. Что бы вы выбрали? Больше урона особым зомбим или здоровье? Я думаю, здоровье. Потому что особые не так часто появляются. Вот здоровье. В основном я на них это регаю на себя. Так, качать автоматы. По прокачке автомата, смотрите, тут по два идут тоже, только одно можно выбирать, да? Что это за звук? Так кто-то скотчем приматывает руку к мышке. Так. Я это представил. Ну, или себя к стулу, чтобы не убежать при очередной орде. Так это, можно только одну выбирать в столбце для оружия прокачка. Ну да, верхняя, да. Чуть-чуть отличаются. Мы, кстати, скины изменились. Точность. Мы в Россию поменяли уже. А что такое контроль в оружке? Это разброс или что? Да. А точность-то это что? Точность это, наверное... Нет, контроль это может, типа, я не знаю, не будет водить, а точность это куда пули летят. Блин. Там не написано, не? Когда качаешь. Там не написано. Блин, когда подводишь, ничего не... Ну, типа, точность, наверное, разброс, а контроль это, чтобы не водило. Типа, как в пулемете, когда ты стреляешь, тебя аж водит. Точность, наверное, лучше, да? Хотя у меня и так водит вовсю. Руки трясутся, орда идет. Так, скорострельность. Блин, а там дальше неплохое, это такашка станет. 43. Убойность и точность выбираю. Ну как-то так странно. Поднимает не на единицу даже. А только чуть-чуть полосочки, а на единицу больше не становится. Блин, а что ж так скины дорого стоят? Они обалдели? Какая-то... О, золотой калаш! А это за что его покупать? Зря. Да? Не, да, за реал же только DLC, если написано, что DLC, то это да, реал. А золотой это не это? Ну когда идет обводка, вот это вот типа корзиночка, это за реал, а все, что заблокировано, это за... Ну, золотой калаш за... Ребята, сори, я нажал выйти. А, ну да, это... Хоть издание надо купить. Так, у нас Иерусалим уже пройден, да, на Москву теперь. А чё за этот уровень 2 престижа технаря, это чё такое? Сбросить надо, когда прокачаешься. Угу. Я один раз уже на истребитель сделал сброс. Так, ну, заходите так, заново, потому что я баганул. Класс оружия. Так, готов, погнали. Так подождите, тут что-то поменял. А, тут же другие скины и все такое, да? Ну, персов имею в виду. Это уже когда сюжетку пройдем, можно будет в другие режимы играть со своими. Угу. Так, внешний вид. Угу. Все, готов. Погнали. И забаву. Так а какого это? Так был же другой чувак. Дай мне бабу. Отдай мне бабу. А все сы. Ладно. Осуждаю. Ну я сам на себя не смотрю. Москва. Интересно. Че, ядерной этой боеголовкой снова жахнуть, не? Да, давайте не проходить вот эти эпизоды сразу, короче. А что, так можно было? Да, сколько там 750 тысяч выстрел стоит, да? Так долго. Можно банить это. В GTA Online можно банить каждого, кто пользуется этой выстрелом этим.
Ну тогда я сразу первый бан полечу, у меня 40 миллионов. А у тебя за что? Артмани. Чит энджи нам пользуйся. Я тебе 350 часов, которые играл, я фармил. Ну, а потом еще 50-60 часов просто играл. А мы на какой сложности играем, кстати? На простой. Ну, самый. А где я проход? Я не знаю. А я за вами побежал. Там пахнет такой. Я даже за всеми побежал. А, нашел вон проход. Дырка в заборе, спасите. Вот проход. Куда дальше? А, понял, нашел. Нам в здание. Вроде, да? Нет? Да, ориентировка у нас. Найдите способ попасть в музей. В том-то и дело, что тут неинтересно. А, вот. А я в сугроб долбился. Почему бы и нет? Блин, на улице так прикольно было. Снежок, а тут опять вот эти, блин. Это тебе в SnowRunner. Да, SnowRunner. Кстати, ни у кого его нету? Это грустно. Я в пиратку ETS играю. Да, в ETS гоняешь? Ну, в смысле, на пиратке просто. Ну, без мультиплеер. Понял. Ну, моды там все такое. Интересно. Дробовик. Спасите. Там дробовик на 3 число. Ой, тут вообще что-то валяется. Что это? Оружие. Граната мертвая. А ну дай возьму. А тут вообще надо их перестреливать? Блин, опять вонючка засранница. Наш друг пришел. И ушел. Так, тут какой-то вздыхатель тайный. Почему он не взрывается? Это типа игра мне показывает. Вот не выбрал больше урона особым зомби. Теперь долби их. Полтора часа. Так. Патрончики никто не видит. Да, есть на втором. На втором? На втором, да, еще на втором есть. Так, там какой-то особый уже, я слышу. Да, прыгун. Уже нет. Уже нет. Так, да, патроны нашел. Вообще. Доп оружия нигде нету. Я говорю, снизу бодр, поехали. Я боюсь вниз спускаться. Вот еще есть. Ага. Пистолет. Автоматический пистолет. Ой, пулемет, моя ты прелесть. Ухожу как лох без этого тяжелого оружия. Не авторитетно. Этот русский акцент, это что там? Нажимай. Пила кому надо. О, пила, беру. Тут как раз замкнутое пространство, я думаю, что ответ очевиден. Блин, если б еще масочку вот эту хорошую, так... Арбалет надо кому-то, не? Надо. Там здоровяк, снимите его. Здоровяка снимите. Снимите здоровяка. Хорошо. Хорошо ложится. Здоровяк с одной взрывчатки падает. Да. Так мне что-то это бензо... Агрец. Чек. Здесь есть аптечка и есть винтовка с разрывными. Винтовка, кстати, очень классная. Полечу. И оружие. Так, нашел. Кто сигнализацию включил, ребят? Да. Так, надо отбиваться сейчас, готовьтесь. Оружие берите. Возьмите. Я взял. Бензопилу возьмите. Короче, я с той стороны встаньте, чтобы их со стены снимать. Короче, я занял позицию. Куда они лезут?
хрен его. О-о-о, ползет этот, вонючка. Вот того. Ох, кто-то подсветил. А я предупреждал. Не, если сигналки выпадают, что они все загораются, удобно. Снимите с этой стены, слишком много. Кто это там бежит? Вот это гигант, громила. Громила. Так. Так, что-то тихо-тихо так стало. Нет. Найдите следующий терминал, пишет. Я уже подошел. Сейчас птичку спомню. Снимайте с той стороны. Вроде все. Погнали, заходим. Куда? Ой, реактивные гранаты. Где вы? Патроны нужны, блин. Патроны, да, подкопить. Оружие, это дробовик, если кому надо, 32-го тира. Да не, спасибо. Бензопила очень медленно, он замахивается. Пулемет, а я возьму. Бери пулемет. А, там 22 патрона, это мой юзанный. А, блин, окей. Тут гранатомет есть, ой, штурмовое оружие тут есть, это, тяжелое. Ну давай, где? Там вот, в той комнатке. Спасибо. Тут третий тир пушки. Вот патроны лежат. А я чё не взял? Блин, посмотрел на них и ушел. Так, займите позицию для защиты, они повалили уже. Всё, вас спасибо. Так, там вонючечка. Ведрёнка. Ого-го! Джейсон, алло! Алло! Да-да-да, где ты? А меня тут половину жизни вижу, сняли. Вижу, вижу. Не сразу заметил. Тут просто, блин, ползут уже. Ё. С одной с двери сбил, следующая дверь. Да блин, ухните. Джейсон. Да-да, где ты? Ты тут недалеко. Все, сняли. Да, задолбали мне эти кутыны. Так, там на другие двери уже лезут. Давайте снимайте их. Патрончики, скажите, где? Вот там, где меня роняли. Вон сзади тебя прям. Да. Спасибо. Что там, да, где? Блин, сам себя жахнул. А так, чтобы взбодриться. Десятка еще есть. Идите сюда. Да снимайте с двери, они уже залазят. Громила. А, все. Ладно. Хоть бы не упасть туда. Мне кажется, нельзя. Да, я вроде на краю самом был и все сейчас равно проверю. Не падал. Сейчас проверим. Да, я вот, я бегу нормально. Они слишком глупые. Интересно, сколько мы тут уже накрошили этих друзей? Да я с десяток убил всего лишь. Так, вонючка, вонючка. Спасибо, кто-то его завалил. Фу. О, погнали. Куда? Сюда. Что-то крики не прекратились. Так они бегут за нами. А, это такой же зал, короче, да? Главное, чтоб миссия не та же. Так, тут оборону или что? Покиньте музей, а? Мы ливаем отсюда. Ливаем. Там эти, там были хорошие вещи. Все, я на выходе. Я тоже на выходе. О, я помню, кстати, эту миссию, когда ты на видео смотрел, вспомнил. Да, да вообще, ну, с Москвой красивая миссия, потому что тут снежочек, так атмосферненько. Вот только следы не оставляют. Снайперская винтовка, если кому надо. Аптечки, куча аптечек. Где? Где? Там, где я стою.
Прикройте, я лечусь. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, пометь, сейчас я прибегу. Аптечка нужна. А где ты стоишь, вижу. Да вон там это пометь. Угу. Там одна уже. Ой, не с той стороны, да вот мега. У тебя есть уже, взял аптечку или нет? Я, да, я взял. Ладно, взял аптечку, потому что никто не идет. Да я там бежал как не в себя. Через пол карты. Блин, тут громило, громило, громило. Я уже спустился. А где вы? А где вы вообще? А, вы уже... меня зажали тут. Еще аптечка, еще аптечка. Маркированная. Снимите этого кто-то. Сзади, сверху снимите. Бежим, бежим. А сейчас нас телепортнет. Да, так все, ноль. Разве телепортнет? Тут же не просто так пулемет стоит. Да, тут надо оборону держать. Пока что не начинайте. Тут соберите все. Надо аптечки. Только они тут это невидимо так лежат. Угу. Блин, тут плохо, что они отовсюду, я так помню, будут, да? Надо, кстати, да, чекнуть с заднюю сторону. Тут этот, вот защита как раз. Бородинчельный комплект. Угу. Да, проставляйте всю защиту. И патроны, естественно, возьмите. Здесь есть место для подрыва, если его есть. Короче, я как самый умный, я буду на возвышенность. Угу. Так, стационарный пулемет, куда его слепить? Сюда есть? Сюда можно, нет? Иду, иду, несу. Тут как раз высота. Так, говорите, где остановиться. Вообще, потому что уже зомби по чуть-чуть начинают идти. Ага, я понял, у меня левый этот борт слепой. Ну, у тебя снизу так, пулемет, я буду тоже стоять. Мне к вам идти или как, ребят? Еще аптечка. Короче, аптечек тут можно хоть. Ну что я тут один вряд ли. Надо кому-то. Нет, все нормально. Тут это. А, я иду, иду и возьму сейчас. У меня, если что, это РПГ еще есть. Я один выстрел там был еще. Начинайте бой, и уже все готовы. А тут еще один пулемет. И миномет. Так может надо взять вначале, не начинайте пока что. А да уже нет, все нормально, уже стоят. Начинай. Так понятно, что стоят. Пулемет, да, миномет расставляли, да, все? Да, да, все готово. Фух. А с вашей стороны, по-моему, тоже где-то миномет должен стоять. Мне кажется, пулемет только. У нас пулемет только. Может это стоит, но я уже нету времени объяснять. Так, блин. Да блин, их орда целая. А они только с вашей стороны идут, значит надо вашу сторону сейчас скрыть. Да, подойдите тогда. Помогайте. Сейчас двери снесут и конец. О! А, это ты его. Ребята, думал... помогайте, помогайте! Думал, они прошли уже. Снимите с пулемета. А помогите всё. Мне, пожалуйста. Где ты? А. Я не могу попасть. Меня тут обступили. А где все? А, что, тут один, что ли? Добейте ловца, вот там внизу. Куда-то, вот он, там. Он плюется, короче, это не молодец. Ай, да блин, сколько их, ядрён бот. Да нормально я там вроде. Так, так а уже ХП почти нет. Да. Я лечусь. Да, не-не-не-не-не, брось, фу. Не лечусь. Покупай бумажкой. Да, тебе же меньше ХП дадут за лечение. С той стороны бегут. Так, давайте перебазируемся на ту сторону. Ой-ой-ой. Вонючка. Ага, хрен я теперь за пулемет сяду. Так, а где они? Где они? С какой вон стороны? Они возле Врандера. А, так. Вы меня сейчас прибьете? Телефон.
Мне тоже, кстати, хпшка нужна, если есть у кого-то аптечка. А что там, никто не берет эту анти... или это уже юзана? Она, да, там один выстрел. Ну сейчас, чтобы она не светила, сейчас жахну. Так, где, где есть патроны? Короче, все. Есть патрончики. Меня захилят или схилиться? Я захилю, давай. А чё так криков много? Может не надо? Где они, вы видите? О, он там. Ой-ой-ой, все видно. А ну ща. Раз пошел. Два пошел. Окей, еще есть. Этот толстяк, громила. Все, успел. Блин, прикройте меня. А я прикрываю, я рядом с тобой, я это брал. Так мне урон идет. Да потому что воняет это. Как я тебя прикрою? Так, я лечусь. Блин. Да, у меня... Прикройте, прикройте. А успокойся, я прикрываю. Сюда, в шоколаде. Бумажка. Эй, позывная бумажка. Я... Так, где патрончик? Да, защитили мы вертолет. Да? Так полетели, хвани. А чё он дымит, если мы защитили? Так он же грохнутый. А. Там же Светлана вот эта шарится. Дайте посмотреть на Светлану. Вот это лежит он? Зомби, у нас тут зомби апокалипсис, дайте посмотреть на Светлану. Да-да-да. Нехай свет зачекает. Зомби такие бегут, подождите, они остановились. О, уже 19. Давайте еще миссийку и все, потому что надо уже перерывчик делать иногда. Сколько мы уже играем? Сейчас 19. Два. Так, помощники по нулям у всех. О, мясник. Да-да-да, тупая. Охотник за голову. Блин. 400, я взорвал 400. Урона мне самое больше влетело. Охотник за головами. Слабенько. Хорошо сделал. Слабенько. Подрывник манула. Нормально, 180 за победу. Мне чуть-чуть не хватило до уровня, блин. А давали же 250, что изменилось? Вот. Я канистрочку нашел, плюс 30 еще добавили. Да, бонус закрыл. Короче, я буду этим Юшкевичем. Он хотя бы на человека похож. Так, готов. А вы там лутаете еще? Так, смена оружия, здоровье повышено. Беру побольше здоровья, может я выживать хоть буду иногда. Блин, еще качать и качать. Ну это, я так понял, к концу игры прокачается. На следующем уровне эту стандартную пушку можно будет поменять. Да, что там за варианты? Ну, у меня. Ну, у всех должно вроде бы, не? Блин, не успел посмотреть, ладно. А он что, с радио? О, будет? Короче, у меня на 20 уровне, я смогу этими пистолетами вас на расстоянии поднимать, симулятор не... У меня на 20 уровне, вы будете получать меньше урона от меня. 20 уровень, короче, ключевой поход. Так, а мы, наверное, уже это конец игры будет, не? Да нет, тут за всю эту сюжетку нельзя прокачать полностью класс. Да? Там нормально. Там, типа, до сброса можно, наверное, а потом уже не знаю. А сброс тебе возвращают очки, получается? Ты говоришь, сбрасывал. Я не помню. Не, просто если не пропадает, какой смысл? Попробовать что-то новое, что ли? А, увеличивается бонус, наверное, повторно просто. Let's go ahead and let you know when it's safe.
Так. Надо. Давай, Шушка. Может, на машину сядем сразу? Да, кстати, чё мы как эти, как лохи, ходим пешком в булочную? Спорт — это жизнь. Это ж друзья наши. Как меньшие, да? Антиматериальная винтовка надо? Они что так хороводы водят вокруг этих столбов? Интересно. Ой-ой-ой, вот это я выбегал. Эй! Беги назад! Вонючку стрельнул, это дичь. Да блин, опять простите. Да блин! Простите, извините, а так как в это в кинотеатре, когда выходишь. Да-да-да. Как его? Как в приколе про это. Red Orchestra, когда там дважды своего пристрелил. Аптечка, не надо кому-то, аптечка. Да мы только вышли. Как они нафиг не нужны, их дают просто вагон. О, пробивная. Нет. Вы, кстати, бежите сразу по миссии. Можно же пошли. Кто это такие? Это люди. Блин, я чуть хедшот не раз. А зачем тут открывать? О, да, куча народу бежит так. Тут копейка типа... кому-то надо, не? Копейка. Да, да. И только для этого. Закрой, кстати, на всякий случай. Людей? Копейку. А то мало ли она проснется. Не, это аккумулятор сними. А магнитолу сейчас тащат. Так, тут друзья идут, и плюс там этот громила. Ну не громила, этот бронированный. Уже нет. Ай, ай, ай. Блин, что тут укрытие тут можно использовать или нет? Вот видишь, зачем копейку? Мы чуть копейку не открыли. Копейки в бага. Да, копейки было, 12 пассажиров. Кто-то написал в Дискорд. Мне, наверное. А нет, мне. А нет, мне. Открылись, закрылись. Пакету. Так, понятно. Побежали. Тут это, Дарт Вейдер. Да. Там бумажку защищать надо. Идем за этим чуваком. Полезный чувак. Аптечка никому. Да, кстати. Чё он творит? Давай работай. Эй, тут зомби идут. Аптечка, это та же самая аптечка. Сзади, 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 ребята. Не отвлекайтесь. Кстати, если, по-моему, со всех сторон. То он не будет дымить. Ой-ой, здоровяк. О, сейчас разберемся. А? Отойди. Ой, этот. Отойди. Да нифига. Ты так бросил близко гранату и смотришь. Да, нормально. У меня я меньше урона получаю. Да ну нафиг, он там доведет. А нет, вот это где-то сотник это. А тут пулемет разве был? Я пошёл. Я пошёл. Это на что-то намекается же, наверное. Что никуда мы отсюда не уйдем. Готовьте оборону. Позакрывайте двери, кстати. Right. Не открывай двери. Так, я только по центру могу стрелять. Нормально. Ну, в смысле, не стойте там. Не стойте на линии огня. А нам нравится. Ладно, думаю, нормально. Все готовы. Уничтожить кого-то. А, сейчас она пойдет. Тогда мы будем с боковки. В рандер в сторону это иди лучше. Справа от тебя. А, уже все. Я просто с пулемета сейчас буду гатить. Отойди. Блин, понял. Я не на другую сторону встать. Да, ну или рядом со мной стань. Потому что их тут много, я не смогу всех перекосить. Да, гранатки туда подливайте. А, ну тут был ящик. Ой-ой-ой-ой-ой, откуда прорывает? Все, пулемет исчерпан. Пробный переход.
Это пулемет демка был. Я все время забываю про гранаты. Так ты б не ходил туда, там сейчас орда выйдет. Да не выйдет. Ага, то не выйдет, а потом бежит помогить. Гранат нигде нельзя набрать. Да, у меня тоже та же проблема. О, антиматериальная, кому нужна эта фигня? Да, да, мы ее в самом начале видели. Ну, кстати, все бегут без тяжелого оружия, но никому она не нужна. А я с дробовиком просто бегаю, я бы взял. Потратил пулемет. Возвращаться не охота. Микро ПП. Вы не хотите, как хотите, я не гордый, я возьму. Вот кому гранат надо было. А у меня с самого начала есть тяжелое оружие. Оправдание у всех. Не, ну у меня нормальное оправдание. Может посидим в баре здесь пока что? Да, нормальное же место. Вон аптечка есть. Ага. Немного прохладно. Че, насинячимся, да? Так мы это парочку этих выпьем. А что-то бежит уже. Ой, дайте аптечку. Лежит, где бар? Посмотри, спрыгни. Тут еще одна есть. Вообще уже. В баре, короче, куча аптечек. А. Я нашел. Ты уже начал как зомби. Ай-яй-яй, спасите. Задолбала это уже фигня. Сколько можно, блин, это самый рыжий или что? Бля, опять кто-то орёт, блядь. Убежи. Давайте-ка помедленнее проходите, давайте искать всякое... Ништяки? Да, типа... Вот, кстати, прокачивать оружие. О, третий этот, третий уровень. А, нет, второй уровень револьвера. Вторичка вон, берите. Прыгнуть нельзя? Это пулемет новый? А, да, нормально. Арбалет, арбалет. Блин, пулемет 100 патронов только. Это ли это кто-то сбросил? Я вам тут путь расчищаю, да? Спецназ работает. Да-да-да. Ай-яй-яй, зараза, мать твою, за ногу. Вы уже вышли? Выпускайте Кельвина. Угу. Кельвин. Тут это, защитные эти всякие. О, блин, ладно, калашик возьму. Ну, оружие ты, второго тебя есть. Повторяю, к вам зараза бежит, к вам бежит зараза. Где, где? Турмовой дробовик. Она в сторону, в вашу сторону побежала. Ракетный гранатомет. Не вижу ни хрена. Вот только что в вашу сторону бежала, сейчас не знаю. Он передумал, наверное. Да, пошли я так. Да. Не, хотя кто-то хрюкает. А. Вот она, вот оно. Так, зачем, зачем-то защитные дают, наверное, чтобы... О, сейчас иду, иду. Эта пушка хороша. Патронов нету ни шиша. Тут это, да, мы уже горели. Так, нам вниз спускаться? Да, да. Я не понимаю, как здесь поднять... Я нашел, я в глаза. А, нет, туда нельзя. Вот сюда надо. Входу. Окей. Кому надо многозарядный гранатомет? Вот. Давай, беру. Так, взял. Ой-ой-ой. А может нам надо было как-то защиту? Найдите передатчик. Ищем. Здесь ящик. Где? А, это винтовки фигня. Ой-ой-ой, а мне автоматик нужен. Дай-дай-дай. Зачем-то защитные давали, тут, наверное, надо будет окапываться. Да-да, мы здесь тут... А есть заряд у кого-то? Дверца да, открыть. Да, тут есть, тут тоже есть, да, дверца вот на третьем. Заряд есть. Ой, а это живой. Ждать вас? Так, блин, чего вы тут бегаете? А, это живые, да. А на мини-карте, кстати, квадратик... Ага, это я понял. Это двери показываются. Тут я... О, тут название магазинов на русском. Да ну нафиг, только сейчас заметил. А этот, как его? Где ставить тюрельки? Или пока не ставить? Эти, как его-то? Блин, забыл. А, карта-то есть какая-то большая? Нет, наверное. Так, где мы будем окапываться, говорить? Или еще драно к этому?
Да уже на этот началось. Искать, я как раз на месте. Ай-яй-яй, спасибо. Ай, болит. Да. Я лег и успел пристрелить его. Вонючка, бля. Зараза. Как туда попасть? Что-то не понимаю, блин. А, прикроет меня? А, ладно, не надо. Я уже всех перестрелял. Обыскивать этих чуваков. Где эта зараза орёт? Это вроде рядом, но где-то далеко. Ща ему это... Ага, ничего я ему не это. Да-да-да, я это ждал. Зато он тебе. Ох, блин, он призыв... Спасите! Блин! А я вообще не знаю, как вернуться обратно. О, сейчас! Я бегу, бегу. Нас тут двое. Один этот... Чувак какой-то тут дохлый. Сейчас я помню. Ребята... Кто же этот придурок как вызывает? А я сейчас вот так вот. Его не может. Есть? Нет, еще, блин, не могу попасть. Вот и все. А как, кстати, вернуться домой? Так вот сюда. Как вам попасть? Вот сюда иди, за мной, за мной, за мной. Вот сюда вот теперь. А, понял, понял. Я за вами бегу. О, за тобой зомби куча, ты в курсе. Этот... А, пулеметы тут я понял. Иди за мной, походу. Я нашел. Как всегда меня на лавсаке донули. Блин, ты прибежал там, где был, там пулемет вообще-то стоял. Че я за вами бегаю? Я думал, вы какую-то нычку знаете. Где этот зомби? Секрет какой-то. Так, ой, так, так, ой, такой там такой красное что-то. Да-да-да. Танцует немного. Че, погнали, нафиг. А как сюда наверх? Там пальцы. Разве наверх? А, во, тут забраться. А, тут оказывается все это время на автобус забраться. Там дружаня, там дружаня. Икс. Сам уже прилег. Прилег. О, здесь все это время это было. Мне что-то не нравится вот это все. А можно мне миномет? Ой-ой-ой, так это ж наши друзья. Конечно. Ой, у меня же есть антибактериальная винтовка. Спасите. Внизу там вонючка побежал. Здесь прибил. Прикройте. Опа. А, блин, нифига не видно, ни сколько вонь, короче, как ничего не видно. Так, я лечусь. Прикрывайте. Блин, момент кончился. Да нормально, тут антибактериальная винтовка вот эта вот. Антибактериальная. Ну или как я там. Да. Это именно. Один фиг. Там вообще надо, чтобы кто-то снизу кемперил тех, кто залазит, потому что зачищаешь, а потом на тебя вылазят эти нежданчики. Что-то их мало. Ну, уже все. Это все? Сейчас, наверное, вторая волна. О! Не, вторая волна это хорошо, а это... Куда вы все разбежались? Вторая волна уже началась. А тут, походу, будет второй. Ребята, бегут уже. Это я поставил. Ребята, я вернитесь, знал, тут, думал, тут идут. Если это заправились, возвращайтесь, потому что забор уже сломали. Сломали забор и к вам побежали, кстати. Ой, спасите. Бегу. Громила. Я решил просто покемперить эту сторону. Что-то пошло не так, да? Во-во-во, бегут. Здесь. Патроны, скажите, где есть? Есть патрончики где-то?
Да, сзади вас. Сзади нас. Ту-ту-ту, вижу. Нет, это не патроны, это пушки. Мне патрончики надо. Там есть и там дальше надо пройти. А, вижу, вижу, вижу. Блин, пробивного ни у кого нет. Так, отсюда, с нашей стороны, походу, будут идти. Где? Да, 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 нас... А с вашей стороны это где? Это там, где мы, нас пушат тут. Ага, вижу. Так они и сзади швалят, да, все-таки. Да, да. Блин, я уже вижу. Дружань, вижу уже. Так, уже гранатовые пополнились. Гранатками закидывайте. И прикрывайте, пожалуйста. Потому что меня месят, ребята. О, там блин, второе, ребята, еще идет. Там огромная толпа, и они куда-то лезет. Ребята, тут это волна началась опять. А в точке выхода идем. А, все, я понял. Громила, а где она? Где она? Вижу. Собраться, давайте в синий квадрат, текаем, текаем, я текайте, побежал, текайте. Да? Текайте. Все есть. Я бегу. Бросайте меня. Ой. Мы зря стреляли, надо было сразу на эту синюю точку. Так, или еще одну сыграем. А я уже все. Да. Ну хорошо. Спасибо. Хорошего помаленьку. Спасибо. Так даже не помаленьку, мы сегодня хорошо так подыграли. Я вообще собирался с 8 начать, но сегодня пора. Так, а давайте. Так, статы, статы. Ой, я 510 снес, нормально. Ой, я охотник за головами. Я мясник, я по первым местам урона больше всего получил. Ай, как классно. Такая гордость в голосе прям. Да-да-да. 13 уровень. Почти 14-й чуть-чуть не хватило. О, да, я могу пушку менять первую. А, нет, 14-й есть. Так, Enter пропустить. Нажимаю, ничего не пропускается. А, еще ж денежку надо. 150 за такую миссию. Думал, больше дадут. Она ж легенькая. Просто длинная. Да, ну тут, да, растянули ее как бы. Идеи закончились у этих. Так они и не начинались, типа. Да, у них, да, одна орда, это на всю игру. Одна орда, one low. Так, прокачка автомата, что тут нам дают? Убойность и контроль. Опять этот контроль парят, блин. А, и снижают точность, блин. Ну ладно, я пошел, всем спасибо за игру. Да, давай, пока. Давай.